Члены экипажа сгоревшего суперджета переведены из реанимации в обычные палаты. Всего в больницах Москвы остаются 10 пострадавших, четверо находятся в НИИ Вишневского, пятеро в НИИ Склифосовского, один из пассажиров в медцентре Федерального медико-биологического агентства. Все получили отравление продуктами горения. Один из пассажиров, Олег Молчанов, сидел в суперджете на 12-м ряду. Ему и его жене удалось выбраться. По его словам, он выходил из самолета последним из пассажиров. Вместе с бортпроводницей еще одним мужчиной они вытащили еще трех человек. Когда вытащили третьего, в салоне полыхнуло. После этого бортпроводница сказала, что нужно выбираться. Как отметил Молчанов, я немного сам не ожидал, что самолет горит как пластиковый стаканчик, моментально. В интервью Business FM Олег Молчанов сказал, что, по его мнению, сама посадка проходила в штатном режиме. По вашим ощущениям, это штатная была посадка все-таки, или она уже была, ощущалась, что что-то не так? Я считаю, что посадка была в штатном режиме. И сейчас в большей степени все-таки обвинения в адрес пилотов заявляются. Я не эксперт в этих вопросах, кто дает обвинение пилотам, но это на их совести совершенно. Я считаю, что следствие установит, кто прав, кто виноват. Вот я не готов судить по этому вопросу. В моем понимании, спасибо, что посадили хотя бы, что мы не развалились. А правильно поступали, работала ли у них авионика, работали ли у них приборы, работали ли хоть что-то, но я об этом ничего не знаю. В одном из интервью говорили, что вы уже в Мурманске улетели на следующий день, а супруга как себя чувствует? Да, все хорошо, спасибо. Вы вместе улетели? Да, конечно. По ситуации вас встречали, наверное, какие-то вопросы задавали те родственники, которые остались в Мурманске, не полетели в Москву? Откровенно говоря, я попытался быстро прошмыгнуть мимо камеры, мимо людей, чтобы не отвечать на вопросы. В беседе с порталом «Медуза» Молчанов сказал, процитирую, «Я слежу за тем, что происходит с расследованием, но не верю нашим СМИ. Большинство будут писать то, что им скажут. Я не эксперт и не могу сказать, что привело к ЧП, но думаю, что в любом случае обвинят пилотов. Если они виноваты, понятно, если невиновны, все равно все повесит на них. Ведь проект «Суперджета» никто отменять не будет». Конец цитаты. В то же время пока именно к пилотам возникает больше всего вопросов. Подробнее Наталья Шашина. «Логику отдельных действий пилотов пока понять не удается», сказал источник «Интерфакса», близкий к расследованию. Экипаж перед заходом на посадку стал по неясной причине увеличивать скорость, и не была выдержана нужная высота при подходе к полосе. Мы попросили оценить увиденное пилота Андрея Ломанова. Его экипажу почти 10 лет назад удалось посадить Ту-154 в глухой тайге на заброшенную полосу, которую они случайно увидели с высоты 3000 метров. В итоге были спасены 80 жизней. Вот что говорит Ломанов по поводу катастрофы. В Шереметьево. Такое ощущение, когда самолет заходил на посадку, что в кабине вообще никого не было. Один фактор может быть в пользу пилотов, конечно. Допустим, управляемость самолета по каналу тангажа. Потому что по каналу крена никаких проблем нет. Самолет четко вышел на курс полосы. Если по каналу тангажа были какие-то неисправности, вот тут, конечно, можно их защитить. Потому что была проблема. Пилот тянет штурвал на себя, самолет не реагирует. Скажите, а вот у летчиков были ли еще какие-то варианты? Например, зайти еще на пару заходов вокруг Шереметьево. Уйти на второй круг была возможность, если на 300 метров самолет не стабилизирован, то есть конфигурация посадочная не соответствует. Да, конечно, нужно было уходить на второй круг. Ничего там страшного нет. Опытные пилоты не видят причин, которые могли помешать уйти на новый круг и покружить перед посадкой, вырабатывая топливо. Другое дело, что именно сливать топливо самолет не мог, объясняет пилот Валерий Горянов, который сам работает на сухом суперджете. Системы слива топлива нет ни на одном самолете, который эксплуатируется в Аэрофлоте, на пассажирских этих коммерческих. В самолетах это не предусмотрено. Единственный способ снизить посадочный вес – это уйти в зону ожидания и выработать топливо, полетать. Почему они не стали этого делать, я, честно говоря, для меня тоже вопрос. Это решение командира. Этот отказ, который у них был, он не предусматривает экстренную аварийную посадку. Можно было спокойно уйти в зону ожидания, выработать топливо, подготовиться к посадке, не пороть горячку. Предположительно, когда самолет попал в грозу, в генераторе произошел скачок напряжения. Но в интернете появились переговоры экипажа с диспетчером, из которых следует, аварийный канал связи работал, комментирует вице-президент профсоюза летного состава России Альфред Малиновский. Есть некоторые такие теории, что был риск того, что откажет полностью все управление. Если бы пилот не принял решение сажать прямо сейчас, то самолет бы просто рухнул. Возможно ли такое теоретически? Знаете, это фантастический какой-то отказ. Система управления дублируется. Она, конечно, все равно гидравлическая, электрическая, но там дублирования много. Это достаточно надежная система. Но
полностью говорить, что там что-то было. Но ведь он управлял, он заходил на посадку, выдерживал курс и так далее, и так далее. Значит, такого отказа не было. А что его торопило? То ли это была его ошибка принятия такого решения, то ли это было вынужденное такое решение, срочная экстренная посадка с превышающим весом, да еще разогнал скорость. И некоторые другие действия пилота выглядят, мягко говоря, странно. После приземления летчики не выключили двигателя, плюс в кабине было открыто окно, что могло косвенно повлиять на распространение огня. С другой стороны, появилось много высказываний экспертов, что если бы на суперджете было больше выходов, удалось бы спасти больше людей. Хотя при наличии двери у крыла пассажиры выходили бы прямо в огонь. И собственная система пожаротушения в подобных случаях тоже бессильна, говорит гендиректор Международного консультативно-аналитического агентства «Безопасность полетов» Сергей Мельничук. На всех самолетах есть система пожаротушения. Система пожаротушения работает на двигателе. Система пожаротушения в некоторых самолетах установлена для гашения пожара в отсеках, в которых нет доступа человека, то есть багажники, грузовые отсеки. А тушение пожара, когда у тебя горит крыло или фюзеляж самолета, такого нет ни на одном самолете. Наконец, почему надломились стойкие шасси, которые пробили топливные баки? Неясно, есть ли проблема с их прочностью, или же такие перегрузки не выдержали бы шасси любого самолета. Первые данные из черных ящиков суперджета уже скопированы и анализируются. Командир экипажа по-прежнему в больнице с ожогами верхних дыхательных путей. К моменту аварии Денис Евдокимов имел на суперджете налет в 1400 часов, общий в 6800 часов, то есть может считаться достаточно опытным пилотом. Судя по видеозаписям с места катастрофы, пилоты покинули борт одними из последних. На одном из роликов, снятых очевидцами, видно, как один из пилотов выбрался из окна дымящейся кабины по тросам, а затем забежал в салон по надувному трапу и вынес из самолета своего напарника. МК уточняет, что в пылающий самолет возвратился второй пилот Максим Кузнецов. Командир Денис Евдокимов в это время находился внутри, он открыл дверь из кабины пилота в салон и руководил эвакуацией пассажиров. Данную информацию РНТВ подтвердил отец Дениса Евдокимова Александр. Он рассказал, что его сын дал команду второму пилоту покинуть кабину через форточку, а сам оставался в самолете до последнего.